Так, друзья мои, питбайк, в данном случае Кайо, подошел срок замены масла, 10 моточасов прошло, сейчас мы его заменим, перед этим надо, конечно же, прогреть двигатель, а также рекомендуется, ну, примерно в это время снять свечку, посмотреть ее состояние и при необходимости очистить, ну, назовем это так, в любом случае очистить. Прогреваем. Итак, питбайк прогрет. Здесь в защите есть специальное технологическое отверстие. Вот этот винт сливной нам нужно сейчас открутить под ключ, ну, под головку на 17. Так, ну что, давайте. Крутите. Аккуратно. Сейчас польется горячее масло. Вовремя нужно будет убрать. Оп. Все, есть. Полилось. Не такое уж оно и чистое. 10 моточасов. Некоторые говорят, прям прозрачное масло сливаем. Смотрите, друзья мои. Ничегошеньки, оно не прозрачное. Довольно-таки серенькое. Как раз четенько. 10 и 1. Ну все. Отлично. Так, а со свечкой что у нас? Ты прям на ключике выворачивай ее. Ну-ка. Ну так себе. Нагарчик есть, поэтому мы просто аккуратненько ее, нежненько ее почистим. Зазор вроде хороший, на взгляд. Держи. Не так грубо. Со свечкой надо аккуратненько. Вот так. Классно. Все как новое. Можно ставить обратно. Так, масло заливаем, какое дали в магазине. Lover Ride 4-тактное, 10W40 вязкость. Так, ну что, поехали. Половину заливаю, потом будем пощупать, смотреть, сколько точно. Так, все, масло залито, ровно по щупу. Осталось у нас, ну, где-то 300 грамм. То есть ушло 730 миллилитров. Нормально. Все, друзья мои, меняйте масло вовремя. Любите своих коней, и они будут тоже вас любить. Спасибо за внимание. Если требуется вам информация о том, как подтянуть цепь на питбайке, рецепт уникальной смазки. Мы сами делаем для нее смазку из 3 ингредиентов. Все покупаем либо в магазине автозапчастей, либо на Озоне. Все это доступно сейчас. То переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании к этому материалу. Вроде все сказал. Спасибо еще раз за внимание. Пока. Кстати, друзья мои, вчера ездили по полю, ребенок сказал, что как-то неуверенно себя чувствует, поэтому сейчас будем ставить дополнительные колесики, вот эти. Мы их с дружка сняли в 3 года, а сейчас... Не, вот, да-да-да, вот, давай здесь вот откручивай гайку оси, и давай вот так, ага, вот, все хорошо. И сразу надо будет ось вынуть. Никит, вот, вот здесь, да, вот это колесико сюда. Все, давай, аккуратненько ставим и на покатушке. Угу. Пилот готов? Да. Поехали. Только это, помни, я на квадрике, я не такой быстрый, как ты. Давай. Давай, давай.